Привет, меня зовут Светлана, и сейчас мы с вами посмотрим, кто вам дышит в спину. И сразу же выходит король кубков. Мужчина, который идет за вами, дышит в спину, да? Туз жезлов, вы знаете, вы как будто бы собой закрываете неприятности от этого мужчины. Он идет за вами, потому что он боится трудностей, да? А вы как будто бы проторенную дорогу ему даете, и он идет за вами, да? По пятам, прям по пятам. Паж Пентаклей, все здесь упирается в финансы. Может быть, это сотрудник, который, может быть, сам не хочет работать, да, а уже какие-то ваши наработки забирает. Может быть, это мужчина, который рядом с вами, да, например, Альфонс, который не хочет работать, идет за вами следом, да, и подбирает денежки, то есть вы его как бы оплачиваете. Может быть, это ваш сын, да, допустим, как вариант, но король это взрослый человек, это взрослый мужчина, да, на который занимается вашим делом, и вы даете ему деньги. То есть здесь денежный вопрос стоит. Девятка Пентаклей, да, человек заинтересован именно в деньгах. И он вас использует ради денег. Может быть, конечно, в лучшем случае, если вы работодатель, да, и за вами вот идет человек, который, может быть, повторяет все ваши действия и на этом зарабатывает, и вы ему даете. Но в худшем случае, конечно, это потребитель, который перетягивает у вас деньги. Карта Луны, прислушивайтесь к себе. И, кстати, в вас идут подсказки, кто этот человек. Еще, знаете, у меня идет информация, этот человек, может быть, был в вашей жизни ранее, да, когда вы встречались, общались, сейчас его рядом с вами может быть и не быть, да, но он как будто бы перетянул с вас деньги. Может быть, его даже рядом нет, но вы его ощущаете, что он прям в спину вам дышит. Карта Солнца, вы выберетесь из этой ситуации, вы останетесь победителем, да, и причем поможет вам в этом совершенно другой мужчина. Вы видите, король мечей, это как будто бы отрежет от вас, да, вот эти вот привязки, присоски от предыдущего либо ухажера, какой-то мужчина все-таки здесь идет, да. И здесь пятерка мечей говорит о том, что действительно вот этот вот мужчина, он перетянул на себя, лицемер какой-то. Но другой человек вам однозначно поможет разрешить эту ситуацию. Шестерка Пентаклей, будет вам помощь как раз таки оказана. И ждите время, время наступит, обязательно разрешится ситуация. Вы опять-таки вернете финансовые потоки себе. Ну и, конечно, это в обратку полетит мужчине, который перетащил с вас каким-то образом деньги. Не забываем пальчик вверху, слово благодарю, пока-пока.